Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 31 декабря. Новый год. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Даниила. Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как «мой судья». Небесным покровителем его является преподобный Даниил Пустынник и Иеросхимонах. Во второй половине 15 века в молдавской крестьянской семье родился сын, которого нарекли Дмитрием. Повзрослев, юноша подвязался в монастыре Редеуца. В обители молодой муж самоотверженно служил Господу. Его постригли в монахи с именем Давид. Аскетические запросы святого были настолько высоки, что даже жизнь в таком прославленном монастыре не давала ему душевного покоя, столь необходимого для молитвенного сосредоточения. Праведник отправился в скит, где принял схиму с именем Даниил. К умудренному последователю Христову стекалось множество людей, одним из которых был молдавский государь Стефан III, который стал его духовным чадом и который часто просил преподобного занять молдавскую кафедру. А со временем святой основал Воронецкий монастырь. Когда преподобный Даниил Пустынник отошел ко Господу, неизвестно. Но похоронен он в церкви великомученика Георгия в Воронецком монастыре. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Севастиана, Кастория, Маркелла, Марка, Севастиана, Семена, Модеста, Михаила, Виктора, Фаддея, Николая, Илью, Владимира, Сергея и Веру. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!